1 мая Театр юного зрителя закрыл свой сезон премьеры. Это российско-американский спектакль «Одержимый любовью» по пьесе Сэма Шепарда. Для театра подобная работа не исключение из правил. Эти постановки остаются в памяти и зрителей, и театральной критики. Замечательно то, что в нашем театре вот такое событие. Я рада за наших артистов, я рада за наш театр, я рада за зрителей, у которых есть возможность увидеть другую стилистику режиссерскую, увидеть определенную какую-то драматургию. Я рада, что такой спектакль их собирает в зрительном зале. Пусть пробуждает какие угодно фантазии. Это история о любви брата и сестры, сводных брата и сестры, которые вот обречены любить странной и страшной любовью друг друга, не могут расстаться, не могут быть вместе. И как бы они ни пытались убежать друг от друга, они вот приговорены любить друг друга. Так приговорил их отец. Я хочу, чтобы ты уехал! Раньше ты не хотела, чтобы я уезжал. Я хочу, чтобы ты уехал прямо сейчас, но это не из-за того человека, это просто... Что? Ты должен это знать. Я так думаю. Это будет происходить снова и снова. Мы немного побудем вместе, а потом ты уедешь. Я уеду. Ты знаешь это, ты уедешь! Я тебе нужна сейчас только потому, что я с кем-то встречаюсь. Как этого не будет, ты опять уедешь! Я здесь не потому, что у тебя кто-то есть! Мне плевать, с кем ты встречаешься, ты меня никем не заменишь! И ты это знаешь! Убирайся отсюда! Пьеса «Одержимая любовью» идет вполне с натуры, на тему вечную – любовь, но любовь сложная. Иные вещи легче возвести в закон, чем узаконить в общественном мнении. И все же эта любовь есть. Есть между героями драмы Сэма Шепарда, сводными братом и сестрой Эдди и Мэй. Любовь болезненная, но влекущая. Единственно возможный ответ на эту любовь – принять ее, как она есть. С этим ничего не поделаешь.